Песков допустил ошибку. Главная причина кремлевского переполоха заключается в том, что реплика журналиста «Путин убийца» прозвучала в интервью с президентом США. И тут весьма показательный ответ Трампа. Он совершенно не возражал против этого, продемонстрировав свое очень специфическое представление о добре и зле. Но это уже вопрос к американцам. Главное для кремлевского истеблишмента было то, что это прозвучало именно в беседе с президентом США. Потому что Трамп для Кремля является совершенно сакральной фигурой. И тут вот такое позиционирование Путина в разговоре с Трампом. Это было серьезным ударом. Кто-то в мире считает Путина убийцей, то есть даже не считает, а знает, кто-то нет. Вот на Ближнем Востоке хорошо знают, что Путин убийца. Они же хоронят людей, которых тот убивает. Но это все не имеет значения. А для Трампа имеет. Песков, конечно, сделал ошибку. Я сейчас не говорю об этической стороне дела, хорошо ли защищать убийцу. Это уже другая история, вопрос этического выбора. Думаю, Песков допустил глупость, устраивая это обсуждение, убийца Путин или нет. Это лишний повод еще раз сказать, напомнить и действительно выяснить, убийца он или нет, только после того, как это признает суд. Очевидно, речь шла, что после 23 года можно будет каким-то образом иметь в руках какой-то приговор. Но давать возможность оппоненту троллить – это тактическая ошибка. Зря Песков устроил все это объяснение. Ведь это лишний повод напомнить всем, что Путин таки убийца. Игорь Яковенко.